Раисочка, специально для тебя снимаю. Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Я набрала ванну, буду делать заплыв. Здесь у меня крапива. Елизавета спрашивала, какие пропорции, как заливать. Ну, я как бы сказала, посоветовала посмотреть, как там на коробке написано, но потом поняла, что... И ничего это не даст. Но я делаю на глаз. Я беру, ну как на глаз, я беру 10 столовых ложек с горкой крапивы. Я рассыпной беру без пакетиков. И заливаю литром кипятка. Потом ставлю на водяную баню. Минут 15 у меня на водяную баню. Потом процеживаю, добавляю в ванную. Сейчас буду вот в этой некрасивой воде плескаться. Я не знаю, сейчас я очередной заплыв сделаю. У меня рецидив произошел. Мне врач сказал... Еще раз попробуйте. И если рецидив останется, значит, больше не ныряем. Но я повторюсь, у меня организм особенный. Это не значит, что на меня нужно ориентироваться. Просто, Раисочка, вот для тебя я специально сняла мой заплыв. Ну все, я ныряю в ванную. А всех вас благодарю, кто зашел посмотреть мой заплыв. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Ника. Это мой канал «Московские будни. Ника и мой заплыв», который останется за кадром. Всем пока-пока. Миленькие мои аллергики, что я хочу сказать. После обострения у меня начинается затишье после ванны с крапивой. Поэтому, так как у меня организм особенный, вы на меня не ориентируйтесь, но я хочу сказать, что действительно ванна с крапивой помогает при крапивнице. Поэтому я буду принимать очередную ванну с крапивой. Ну что мне делать? Мы не привыкли отступать. Борис, мой папа всегда говорил, дочь, никогда не отступай. Тебе здесь отказали. Иди в другое место. Одну дверь перед тобой закрыли, открывай следующую. Где-нибудь все равно тебе помогут, где-нибудь тебе ответят. Вот я так и иду по жизни. А что мне делать? Вот здесь у меня крапива. Вот она. Горячая. Сейчас я ее буду заливать сюда. Вот она моя крапива. Все, я буду принимать ванну с крапивой. И надеюсь, уйдет в конце концов от меня крапивница. Ну все, миленькие мои. Всем желаю здоровья. Будьте счастливы. А Ника делает очередной заплыв в ванну с крапивой.